Всем привет! Сегодня хочу кратко рассказать вот про такой двухъярусный органайзер Кетер. Ящик на 30 отсеков, 27 съемных и 3 встроенных. Из них 12 глубоких и 15 мелких. Удобно где-то взять какой-то отсек, пошел, поработал, закрутил, пришел, поставил обратно. Не надо таскать ящик с собой целиком. Пользуюсь я этим ящиком уже 3 года, за это время на нем ничего не отвалилось. На ящике есть защита. Если вы его забыли закрыть, пытаетесь поднять, он не откроется и ничто с него не высыпется. Только опустили ручку, и он нормально открывается. Также, если вы ящик перевернули, все остается на своих местах и не перемешивается. Убираем несколько ячеек, поворачиваем ящик. Все также остается на своих местах. На ящике надежная крепкая ручка, металлические защелки. Есть пазы для установки сверху такого же ящика, но они между собой не стыкуются. Ну, в принципе, он настолько тяжелый, что я думаю, два ящика таскать одновременно было бы некомфортно. В принципе, вполне нормальный ящик, куда можно уместить много всякой мелочевки. Всем хорошего настроения, до новых встреч!